Начало рабочей недели Нижегородскую область встречает со снегопадами. Местами в регионе метели. Все это сопровождается порывистым южным юго-западным ветром, который пришел к нам вместе с вторжением атлантического влажного и теплого воздуха. Спад морозов ощущается и по температурному фону. Такая погода, по словам синоптиков, будет преобладать во все последние дни уходящего января. Температура повысится к 30-31 днем до минус 4, минус 1 градуса на западе и в центральных районах. А преобладающие ночные значения также морозы ослабеют. На фоне низкого атмосферного давления в ночные часы минус 4, минус 8 градусов по Цельсию. Правда, как отмечают в Нижегородском гидрометцентре, спад морозов носит кратковременный характер. Впереди последний месяц зимы. А значит, стоит ждать уже привычных февральских морозов, ну и, конечно, очередную внушительную порцию метелей.